حي على الصلاه حي على الفلاح حي علي الفلاح السلام عليكم ورحمه الله Валлай. Рахим. говорит, что сегодня вы собрались здесь на открытии мечети. Всевышний Аллах позволил. Мусульманская хуйниская общин города Сиона. Открыть мечеть в этом городе, который в истории мусульманской охваниской общин имеет большую значимость. Два дня назад мне задали вопрос: Почему так важно построить мечеть здесь? Мечети важны для нас, независимо от того, где они строятся. Все мечети важны имеет свою собственную значимость. Эта женщина подумала, что я прибыл сюда только для этой мечети. Но я объяснил, что я посещаю разные мечети, не только эту. Но я объяснил, что у этой мечети есть своя особая значимость в том, что в этом городе, где эта мечеть построена, Этот город был построен, основан противником ислама, одним из крупнейших противников ислама. И, и чем больше люди пытаются, стараются изучить историю, и не кро, и, но никто, никто, кроме мусульманского хулиской общин, знаком с историей этого города, Сион, и поэтому. Община организовала выставку, посвященную истории основания этого города. И на этой выставке объясняется важность этого города, этой мечети в истории общины. Поэтому ознакомьтесь с этой выставкой. пропадает английский перевод, но вкратце в том, что этот человек, основатель этого города, использовал совершенно непотребный язык в, в отношении святого пророка Мухаммада в отношении ислама. Конечно, мы благодарны этому... Аллаху за основание, за возможность построить. Но также он благодарен населению этого города, которое поддержало строительство мечети, и руководству мэру этого города, который разрешил построить эту мечеть. Пророк Мухаммад сказал, что те, кто неблагодарны людям, те неблагодарны Аллаху. Поэтому нужно выражать благодарность за то, что была возможность построить эту мечеть. Поэтому мы должны быть благодарны Господу Богу, который дал нам возможность построить эту мечеть здесь. этот день не просто радости, но большой радости. Так как Аллах позволил доказать подлинность ислама и подлинность основателя ислама, пророка Махамса В истории есть религия. Такие случаи очень важны. Это проливает дальнейший свет на важность. И также доказывает истинность Мессии Махдебитова номера. Чем больше мы благодарны Аллаху, тем больше Аллах будет даровать нам свои благословения и щедроты. И знамения истинности Мессии Махдебетону будут дальше проявляться и раскрываться. Поэтому это состояние благодарности Всевышнему Аллаху позволит нам признавать эти знамения и видеть их. Огромнейшее количество было обещаний Аллаха Мессии Махдебетон касательно развития успеха общины, что показывает и Аллах и дальше будет даровать исполнение таких знамений. Однако мы будем по-настоящему благодарны за эти знамения, если мы будем проявлять эту благодарность правильным образом, должным образом. Когда мы проявляем благодарность Всевышнему Аллаху, мы будем теми, кто следует заповедям Аллаха. И мы будем исполнять долг перед Аллахом его творениями. И мы сами свидетельствуем о многих знамениях Аллаха за всю свою жизнь. И, конечно, это сам Аллах исполняет эти знамения. Если это не знамение, то что это? 120 лет назад, тот уже пророк, уже мессия и враг ислама, о котором было пророчество объявлено и откровение. И мы видим, что действительно близость, знамен... Аллах проявляет свою милость и близость к нашей общению. Этот город был основан лжемессией христианским с целью доказать правоту христианства. Но сегодня мы открыли здесь мечеть. И в то же самое время кто-то из поселка, из Пенджаба, объявляет, что он является избранником Божиим. И что он являлся знамением возрождение ислам в 120 странах мира его община сейчас процветает но достаточно ли нам что просто в маленьком городке Сион мы построили мечеть и мы радуемся и проявляется ли тем самым вели... большое развитие общины? Нет, конечно, не только в этом. Для Мессии Бетан миру Всевышний Аллах сделал весь мир площадки развития успеха в больших городах и малых поселках и селах во многих странах мира. Мы помогаем людям стать последователями пророка Мухаммаса Ислам, подлинными услугами. Несмотря на то, что, конечно, ожидания велики, тем не менее Аллах сам дарует нам исполнение этих задач. Мисси Битаваны сам объяснил, что вся эта работа все эти цели достигаются. Не, столько благодаря нашим усилиям, сколько милости в отношении наших молитв. Поэтому мы должны всегда понимать, что нужно отдавать, придавать важность молитвам. И самое Первая цель мечети ⁇ это чтобы люди собирались сюда молиться и на пятничных проповедях, и на других молитвах. И так, чтобы мы не забывали, что мы должны поклоняться посреди повседневной работы и забот. Если мы не будем собираться сюда на молитву, то это здание будет просто искусственным зданием. Мы информируем весь мир, мы говорим ему, что мы построили здесь мечеть, однако наши поступки будут в соответствии с заповедями Аллаха. Мессия и сказал, посредством постоянных молитв вы можете стать с моими помощниками, и, и вы быстро увидите благословение Аллаха, как они проливаются на нас. Поэтому это долг каждого из нас сегодня. и сделать наше поклонение неотъемлемой частью нашей жизни. Мы должны также позволить нашим детям так сделать, в соответствии с моим заповедью Аллаха. Мы должны украшать свое поклонение. Мы должны покориться Всевышнему Аллаху, и посредством этого мы должны умолять о последующем успехе. Счастливки будут те из нас, кто достигнет всего вышеуказанного, вышеперечисленного. И они увидят далее, как будет нисходить дождь благословения Аллаха на нас. Если мы поднимем уровень своего поклонения, если мы будем предпочитать своей вере над всеми мирскими делами, тогда эти обещания Аллаха, Мессии Махдея Питаванному, мы сможем увидеть, как они будут исполняться в течение нашей жизни. Поэтому мы должны уделять внимание своему собственному духовному нравственному состоянию. В этих развитых странах не тоните в материализме. Бывает, что есть новоприбывшие заявители на беженство. Не, не, не отвлекайтесь на блеск этого мира в этих странах. Каждая мечеть должна притягивать вас. И Аллах однозначно исполнит свои обещания. Но пусть не будет так, что наши поступки из-за наших поступков задержки в исполнении этих, этих обещаний либо они исполняются посредством усилий других людей, и чтобы мы не остались лишенными этих благословений в своей жизни. Всевышний Аллах обещал святому пророку Сасламу победу ислама. Разве какой-то другой пророк мог быть ближе к Аллаху? Но во время Бадра смирение и скромность пророка с ислам была достигла своего высшего уровня. Не сравнил. Он плакал и рыдал и поклонялся на, на таком уровне. Так интенсивно, что его одежда была мокрая. Абу Бакр сказал, о, посланник Аллаха, с ислам, ведь сам Аллах обещал, что Он будет поддерживать нас. Почему ты не находишь покоя? На это Святой Пророк ответил. Всевышний Аллах самозастаточен. Даже в битвах и в войнах есть скрытые условия. Поэтому это мой долг проявлять смирение и скромность, чтобы милость Аллаха раскрылась и чтобы остановить врагов в разных битвах. Всевышний Аллах даровал им победу. Это была такая великая победа, которую не, не видели ни ранее, никогда, в, истории, никогда больше не видели в истории. Не только враги стали мусульманами, но стали преданными последовательно последовательным Какого уровня, что в истории нет сравнения. Никакой. Они стояли на за пророка, так что ни... никакой враг не мог пр... протиснуться к пророку Суслам. Мессия Бетаон Мирамо ему... говорит... Своей молитвы они не звергли свое эго поэтому в наше время посвятите себя посвятить посвящать себя Аллаху должны мы мы должны чтобы помочь сегодняшнему миру шли идти по света, с, следам пророка как Мессия Магдебит он сказал чтобы быть связаны со мной вы должны Делаем подкреплять и своим поклонением подкреплять свои слова. Сегодня мы находимся здесь, в этой мечети. Мы открываем эту мечеть, и она называется также «Мечеть Великой Победы». И название этой мечети основано на откровении Мессии Бетаунмиру. Мессии Бетаунмиру. пророчествовал о печальном конце этого лжепророка Дови и сказал, что знамение его поражения будет великой победой, и скоро оно исполнится. И действительно, через 15-20 дней после этого пророчества действительно Дови встретил свой печальный и позорный конец в своем противодействии исламу и враждебности к пророку Мухаммаду Сусла. Знамение его унижения со стороны Аллаха. Ведь он выступал также против знамений, не себе того номер ему. Мы открываем здесь мечеть. Мы уже видели знамение 115 лет назад, Сейчас мы видим очередную веху исполнения пророчеств в этом отношении. 115-120 лет назад газеты того времени Светские газеты, я имею в виду, они освещали это пророчество и в вызов, брошенный миссии Петрованом. И они стали свидетелями действительно краха этого лжепророка Дови. Я приведу некоторые цитаты. Я не могу привести все. 23 июня. Сандер Хэролд. Восточный вестник в переводе. Э, э, воскресный вестник. Они представили миссию Бетану. И, и рассказали о его вызове. В отношении до лжепророка Дови. Я приведу несколько слов из этой газеты. Там пишется заголовок «Велик Мирзагулам Ахмад, Мессия» Набитавана. Который предупредил о печальном конце Дови. И он пророчествовал землетрясение и чуму. 20 дней прошло после того, как Мирзагула Махмад касательно Дови оставил, предсказание о Дови, который назвал себя Илией. Такого-то числа он предсказал. Этот индийский пророк из восточных провинций известен. И он заявил, что в последние времена подлинный мессия, что тот подлинный мессия, который должен явиться в последние это он самый. То есть он сказал, это я есть. И Аллах даровал ему уважение. Впервые в Соединенных Штатах Америки его имя было упомянуто в 1903 году. Когда состоялась молитвенная дуэль с лжепророком, который назвал себя Илией. Он сказал, что... При жизни Мерзы Дови встретится печальный конец. Далее пишется со стороны Мессиби Таванов, что если Дови примет этот молитвенный дуэль, или он каким-то образом проявит готовность к этой дуэли. он увидит свой печальный конец. Даже если он открыт не примет, все равно его конец будет печален. Если Дови попытается убежать от этой дуэли, тогда смотрите, он и цитирует Мисибито. Я молюсь, что это английский период постоянно прерывается, к сожалению. Он говорит, что даже Тогда народ э, поймет, общество поймет, что его заявление, что он возвращен или является ложью, даже если он хочет убежать от смерти, как бы не было, у него не получится этого. Он все, все равно потерпит позорное поражение. Очень скоро, очень. Его же это катастрофа. Его скоро схватят. Я заканчиваю свой вызов, молитву о Всевышний Бог, который всегда отвечает на призывы пророков. Реши спор между нами и покажи свое отношение к Дови, Потому что в этот век люди далеко ушли от тебя. Далее газета пишет в начале, Дови не придавал важности принять 16 сентября 1903 года заявил на мероприятии в, в своем городе Сион, что люди иногда мне указывают о Гуламе Ахмаде. Я ответил, зачем мне отвечать всяким мухам, если я наступлю, он раздавлю. Он от, таким образом ответил на вызов миссии э, между Гуламом Ахмадом и Сибитауном. Вот, он только разок упомянул Гулама Ахмада и говорит, что это глуп, глупый последователь Мухаммеда. Он вот, вот так его назвал, его назвал. И это только мой долг, искоренять их повсюду, на востоке, западе, севере, юге. Вот его сказал Дови. Я должен продолжать свою миссию, пока мусульмане уничтожены. Газета пишет, Гулам Ахмад предупредил его, молись Богу чтобы умер первым тот, кто лжец из нас. Английский период постоянно прерывается. Пропада. И Дови после этого вызова, принятия этого вызова, стал встречать свой позор периодически. Позорные поражение раз за разом. Затем стало ясно, что Мирдзагулам Ахмад одержал победу. Точно как он объявил. Ну что, Дови встретил свой позорный конец. То есть, и он терял уважение и статус. Достаточно быстро. Конечно, нам недостаточно того, что э, такой враг истины встречает свой печальный конец. Мы это представим только просто примеры вот этого позорного конца Дови только с целью развития истины, то есть ислама установления истины в мире. Мы не празднуем чью-то смерть саму по себе, однако истинность состоит в том, что мы не должны прятаться от того, реальности, то есть веры в Аллаха, подлинной веры в Аллаха. Далее газета пишет, касательно мусульман Ахмади, что внезапно кончина Дови и горечь. Бог заранее информировал об, об этом, как Он предупредил три года назад через Свою Пророку. Однозначно, это была победа. Однозначно, это было знамение истинности Мессии Мехди Бетавана и продолжает таким оставаться сегодня. Как я ранее объяснил, что миссия Мессии Бетавана просто огромна и масштабна. Это знамение по в одном регионе, в одном месте, на самом деле наша подлинная радость будет тогда, когда мы весь мир всех людей под знамя Святого Пророка Мухаммусуслам. И для этого нам будет надо будет проповедовать. Нам надо будет представить всему миру, учение ислама. Более чем ради, мы должны своими делами доказывать. Смысл Великой Победы. Самая главная победа это победа над Меккой в свое время, победа Пророка с исламом. После этого, конечно, разве праведные халифы останавливают проповедование? А разве они не прилагали максимум усилий, чтобы распространить ислам на все стороны света? Приходилось ли они воевать, да, но приходилось. Э, Велили ли они эти войны с целью ислам? Нет. Все, что они делали, это чтобы завоевать сердца людей. И люди приносили ради истины жертвы и волнами вступали в ислам. И не необходимо. Идти к победе через постоянно молитвы и служение. Ахерин. Как Аллах описывает в Коране, то есть последние про последователей миссии в наше время, что они должны присоединиться к первым, то есть современникам пророка с исламом, последователям того времени. и чтобы ислам продавал, продолжал идти путем -то торжества. Но когда люди предпочитали материализм, их благобоязненность уменьшалась, они больше, не меньше уделяли внимания молитвам и служению. No сам пророк Мухаммад сказал, что эта религия останется до конца света. Это обещание Аллаха пророка Мухаммад с этой целью Мессия где был назначен в соответствии с предсказанием. Он объявил всему миру о цели своего пришествия, несмотря на ограниченность средствах Европа, Америка и другие части света стали свидетелями его послания при его жизни и вот на примере Дови мы видим, как прекрасно послание дошло до Америки. Посредством Месси Битавану зерно возрождения ислама было посажено и, и выросло на весь мир. Аллах так много обещал Месси Битавану. Он сказал, Бог не такой, который оставляет своих людей или предает. Он дарует великое уважение и и успех. Другие будут пытаться уничтожить но я спрошу вас, говорит Аллах. И он много что обещаний дал Мессии 130 лет община существует, и тем самым ясно, как Аллах исполняет свои обещания. Сегодня община распространена в в 220 странах, и все это дела Бога Всевышнего. Именно Он предоставил все средства для развития нашей миссии по всему миру. После скромного начала в Кадяне. Весь мир знает, что Гола Махмад, Мессия Махди из Кадяна, И любой противник, который поднимался против него, встречал свой позорный конец. Поэтому противодействие общению пророка всегда существует, но противники пророка никогда не достигают своих целей. Это то, что мы видим сегодня на примере общины Мессии, где все свои силы, всеми своими ресурсами и все своей мощью противники прилагают все свои усилия, чтобы искоренить и уничтожить общину и продолжаться сегодня. Некоторые слабоверные люди спотыкаются, но на место одного такого тысяча новых приходят. Если мы заявляем, что мы преданы и искренне, если мы заявляем, что Мирзагула Махмад Искадьяна, тот самый Мессия Махди, пророчество, которым оставил сам пророк Мухаммад Саслам, тогда, сегодня, всеми своими способностями, возможностями, всей свои силы и мощью мы должны стать помощниками этого миссии где мира обетованного. Мы должны стать образцовыми последователями, как сахабы, как сподвижники пророка Мухаммаду. Мы должны видеть мусульман в этой истинной религии, ислам. Мы должны избавить от всех беды, от нововведений, мы должны просвещать не мусульман а о прекрасных учениях ислама. Мы должны сделать все возможное, чтобы все они стали поклоняющимися единому Богу, чтобы они молили за святого пророка Мухаммаса Ислам. И только тогда мы станем настоящим последователем Мессии Бетаунмира, иначе наш боят будет пустым и бессмысленным. Нам надо расти в своем уровне поклонения, иначе просто строить мечети недостаточно. Это может случиться только тогда, когда мы признаем цель нашей жизни. В чем цель нашей жизни? Мессия, Магдебитаван мир ему, сказал: человек не сам определяет цель своей жизни, но сам Аллах, который создал нас который создал человечество, Аллах Всевышний говорит, -я что я создал людей и джиннов только для того, чтобы они поклонялись мне. Миссия Магдебитару объяснил смысл этого я во многих местах. Однажды он объясняет это так. Подлинная цель Создание человечества — это признать своего Творца и слушаться Его. Как Аллах Всевышний говорит, инса будун», что Я создал людей и высокопоставленных людей только для того, чтобы они поклонялись Мне. А не для того, чтобы Вместо того, чтобы признавать свою необходимость поклонения, они тонут в материализме и начинают любить блеск этого мира, что они... у них в сердце не остается тени веры. Некоторые люди вообще не верят в Бога. Они полностью погребены в этом мире. У них ни, ни, ни понимания религии, никакого желания понять религию. И только в момент смерти они начинают пытаться признать Бога. Мы, последователи Мессии Магдебитова, это, это наш долг жить правильно. Мы должны признать смысл нашей жизни. Мы должны исполнять долг своего поклонения. Лю, люди обращают внимание на эту красивую мечеть. И в этот момент мы сможем передать им послание Исламу, и исполнить миссию, миссию Таван Миру только тогда, когда мы будем просить помощи Аллаха во всех своих усилиях. Но это невозможно достичь, пока мы не будем исполнять долг поклонения. Поэтому каждый мусульманин Ахмади должен размышлять об этом и должен делать возможно, чтобы сделать это неотъемлемой частью своей жизни. Чтобы получать благословение Аллаха, чтобы искрасить жизнь в обоих мирах сегодня. Строительство этой мечети будет действительно великим достижением, если мы будем признавать Аллаха и поклоняться должным образом. А иначе в мечети в мире очень много красивых, славных. Но, к сожалению, посетители таких мечетей не исполняют свой долг поклонения ему. Поэтому Бывает, люди либо не посещают меч, либо молятся слишком быстро. Нужно молиться красиво. Пророк Мухаммад сказал одному человеку 3-4 раза, чтобы он повторил молитву. Потому что он неправильно совершал молитву. Поэтому он говорил, чтобы он повторил. Я вновь повторил. Потому что он не совершал богослужение должен образом, как полагается, потому что нужно исполнять долг богослужения. И только тогда можно увидеть принятие своих молитв. И также, и также, нужно для этого исполнять долг перед творением Аллаха. Что касается узурпаторов, их поклонение становится способом их разрушения и уничтожения. Поэтому Наша цель ⁇ населять мечети и идти по пути Аллаха и, за, и заполнять это место настоящим поклонением. Чтобы угодить Аллаху, мы должны исполнить все эти цели. С какой целью Миссия Битхан вызов бросил? Лжепророк Дови э, очень много делал э, громких заявления, что, что он сделает с Мухаммадийским мессией, как он говорил, Магапитанским мессией. И как написано в газете, он встретил свой печальный конец. Весь мир вокруг стал свидетелем его печального, позорного конца. Даже газеты были вынуждены признать это, потому что не было никакого другого выхода. Они сказали, Гл... велик Мирза Гула Мессия. При этом празднуют эту победу достаточно ли построить мечеть и быть довольными, что мы сделали тем, что мы сделали. Нет, как я сказал, мы с всеми посажены Мессия Битал Мирмунда. Однако Мессия Магдеми сказал, мы должны идти путем исполнения заповедей которую, по этому пути, который ведет нас к Аллаху, связывает нас с Аллахом. Месси сделал это, чтобы восстановить величие Ислама, чтобы привести все человечество под знамя Ислама, бросил этот вызов, потому что пришло время духовного правления Мухаммадийского мессии, чтобы установить раз и навсегда единство Аллаха на, всем, на всей земле. И сегодня это наш долг. Тех, кто заявил, что мы признаем миссию Махди нашего времени, этого верного слуги пророка Мухаммеда. И это наш долг – распространять его миссию на, во все стороны. Мы должны доказывать Едино Божие и устанавливать его повсюду. И это можно сделать только тогда, когда мы сами на личном уровне установим отношения с Аллахом, когда мы укрепим богобоязненность. Мессия где мир ему пишет, наша община однозначно нуждается в богободенности, потому что мы, потому что община связала себя с тем, кто является избранником Аллаха. Тех, кто тонет в ширке, либо в злобе и прочих ошибках, нужно спасти себя от этих оков этого мира. И когда вы очистите себя, вы обретете богобезность. И весь мир станет свидетелем, что действительно это подлинное знамение проявляется, исполняется. тем самым мы откроем путь новых побед. Именно в этом положении это, это такое состояние и есть состояние великой победы. И мы тогда осознаем, что поэтому последователей Мессии Мухаммада Сесла. Каждое знамение победы должно при... производить революцию в нашей душе. Нужно пообещать, принести сегодня обещание, что сегодня тот день, когда начнется духовная революция в нашей душе, в душе наших детей, потомков, в будущих потомках, чтобы произошла духовная революция. А иначе просто в смерти вдове, либо в том, что жители этого города узнали о его судьбе, само по себе пользы недостаточно. Обещание Великой Победы. исполнится тогда, когда в наших душах произойдет великая революция, духовная революция. И чтобы наши соотечественники по всему миру, все люди в мире пошли путем единства Аллаха. И да мы принесем, да принесем мы все жертвы для этого. Аллах да благословит нас и всех наших потомков во всех поколениях достичь такого уровня поклонения. <تق> الحمد لله <seventASS> <fraction character> <t Lake> <tops> ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغی کرے ول یا